told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Всем большой летний привет! Сегодня в этом видео вас ожидает одна покупка, которую я покажу буквально через несколько секунд, один подарок, я бы даже сказала подарище, и первая часть летних стартов. Да, я не удержалась, я начала некоторые работы, потому как мои пионы застопорились, и я не стала себя насиловать, так сказать, ну не идет и не идет. Значит, будем вышивать все кое-что другое. Ну и для начала давайте я вам покажу покупку. Наверняка вы уже догадались, что это за набор. Да, это РТО набор с чайкой. Я хочу выразить личную благодарность девушке Яне, не из Аргентины, а другой, которая любезно поделилась со мной ссылкой на немецкий магазин. Непосредственно прямой ссылкой конкретно на этот набор. Я ей воспользовалась, спасибо большое. Я сразу же перешла, все изучила, заказала, оплатила и благополучно дождалась. К сожалению, YouTube в последнее время блокирует комментарии ссылками. И я искала в творческой студии в категории спама или на рассмотрение, но я никак не могла найти именно этот комментарий, чтобы вернуть его под видео и, соответственно, ответить Яне. Поэтому я делаю это сейчас, в начале видео. Надеюсь, Яна, вы меня смотрите. Спасибо большое, прибольшое за такую некую помощь. Мне впоследствии тоже писала девушка про какой-то бельгийский магазин. Я оставлю ссылки и на тот, и на другой. Возможно, тем, кто находится в Европе, это как-то пригодится. Вот. А вам, Яна, помимо спасибо, если я могу вас как-то отблагодарить, возможно, подарить вам схему на том же Etsy или на каком-то другом сайте, напишите, пожалуйста. Я искренне хочу вам сказать спасибо именно таким жестом. Поэтому буду ждать вашего сообщения здесь под видео или в какую-то из социальных сетей. Пожалуйста, напишите. Ну, а теперь давайте перейдем к самому набору от РТО. Я, в принципе, не распаковываю наборы, если не собираюсь их вышивать. Ну, как-то, не знаю, у меня так повелось, что наборы я распечатываю непосредственно перед процессом вышивки. Просто так посмотреть канву, нитки, схему, ну, это не так интересно. Я припоминаю случай, когда давным-давно на Ютубе меня попросили сделать обзор на набор волков от Custom Crafts. Я любезно сделала этот обзор, и что вы думаете? Я начала этот набор сразу, хотя я не планировала его вышивать на тот момент. Но вот так вот на меня повлияла распечатка набора, да, я увидела все эти нитки, я увидела эту канву, и, собственно, и все, и понеслась. Вот. Но в данном случае я с вами сейчас его открою, потому что, ну, пускай не сегодня, но в кавычках завтра я к нему приступлю. И поэтому почему бы не посмотреть содержимое именно сейчас? Так, иголочка Джон Джеймс, 26-я, скорее всего. Вышивка будет на 16-й Аиде, видите, она такая рустикальная. Вот тут подложечка. Кусочек такой достаточно небольшой. И основа накрахмаленная, хорошая. Написано, что это DMC. Я еще подумаю, вышивать на ней или, возможно, заменить на мурану, но без таких вкраплений, то есть чисто однотонную. Я подумаю, у меня есть немножко времени на это. Сами нитки. Ну, конечно же, да, здесь в основном синие, серые
белым для чайки и вот такие коричнево-бежевые для самого фона. Здесь две планшетки. И получается, что у нас 22 цвета. Так, схема черно-белая крупная. Особо я ее светить не буду. Я сейчас за кадром ее полистаю. Да, она на двух листах. Здесь уже обозначено все и бэкстич. То есть нет отдельного листа. Ну вот так покажу фрагмент. Вот, бэкстич цветной. То есть есть розовый, есть красный и есть такой серый. По поводу ключа у нас здесь есть крест в две нити, полукрест в одну нить и 4 бленда. Бэкстича здесь предостаточно. 9 штук. Ого. Да, интересно, интересно. Так, это что такое за книжечка? Первый раз такое вижу. Инструкция. О. В общем, надо будет поизучать. Наверное, старт этого набора будет уже в следующем видео. Здесь я его не покажу, но, по крайней мере, распаковку и состав набора мы с вами увидели. Вообще, такое интересное, вытянутое, достаточно узкое окошко в этой синей раме. Мне кажется, что это какой-то такой морской домик около моря, соответственно, и, возможно, да, строение относительно не новое, и вот там вот такие деревянные синие рамы с такими окошками. И забавно, конечно, что присутствует подоконник снаружи, но, опять же, да, возможно, такая интересная конструкция, и тут такая чайка... Типа, здравствуйте, я прилетела трапезничать. Вообще, я в последнее время отношусь с симпатией к чайкам, несмотря на то, что, да, они агрессивные, да, они шумные, они кричат, они порой вырывают пищу. Ну, как говорится, заботиться в первую очередь о себе, да, чтобы набить свой желудок. Наглость — второе счастье, как говорится. Но вы знаете, почитав некую информацию о чайках, я поняла, что, ну, это природа их, да, мы не сможем ее поменять, и, собственно, мы не должны этого делать. Единственное, что мы должны, да, просто под это подстраиваться. Чайки могут нападать на людей, если они будут чувствовать некую угрозу. Вот. Поэтому если вы себя ведете прилично, культурно и нормально, то, в принципе, чайки на вас не нападут. И, кстати, есть такой момент, что чайки запоминают очень хорошо людей, кто им сделал добро и кто им сделал зло. Поэтому, возможно, в данной картинке как раз-таки чайку не раз подкармливали, и, собственно, она сюда и возвращается, дескать, я прилетела, давайте меня кормить. Потому что, да, у них как бы в этом плане хорошая память, и вообще они... Их нельзя назвать глупыми птицами, они достаточно умные, смекалистые. Прочитала тоже один момент, что они начинают шлепать своими лапками на земле и тем самым создавать звук дождя. И под этот звук вылазят червячки, которые думают, что дождик пошел, а на самом деле нет, и чайки их благополучно съедают. Первые летние старты я буду начинать с чаек. Да, у меня планируется аж 3 дизайна с чайками. 2 по схеме, 1 по набору. Давайте начнем именно со схемы. Это бесплатная схема от дизайнера Мора Маран. Ссылку на группу ВКонтакте я оставлю в инфобоксе. Как я познакомилась с этим дизайнером? Я делала подарок для своей подруги, покупала схему. И, собственно, так и познакомилась. И, кстати, у них есть адаптированный сайт, где можно сделать покупку за границей, так сказать. Вот, поэтому обращайтесь, если вам тоже что-то понравится. И обычно, когда я знакомлюсь с новым для меня дизайнером, я захожу также в папку бесплатных схем.
потому как иногда, не всегда, но иногда бывает что-то симпатичное в бесплатных схемах, в частности. И я увидела вот эту чайку, и мне она понравилась. Хотя, конечно, она немножко, да, отличается от привычного нам вида, тому как мы привыкли видеть чаек бело-серых, да? А здесь она какая-то розово-синяя, да, и вот даже у нее тут оранжевое что-то. Ну, то, что красные лапки, это, понятное дело, само собой разумеющееся. Но мне она понравилась. Кстати, вот эта чайка есть на каком-то большом круглом дизайне, и мне так кажется, что вот либо оттуда взята была эта чайка, да, как такой элемент для бесплатного отшива, или сначала была создана эта чайка, а потом как-то вот дорисовался остальной пейзаж, я не знаю, но пол скрипит. Ну и, собственно говоря, я ее начала, и, как видите, я вам показываю уже финиш. Потому как здесь, в принципе, отшивать не так много. Здесь, по сути, где-то 1800 крестиков, ну и немножко бэкстича. То есть работа, видите, она небольшая, по сути, она маленькая. Но она не такая простая, как кажется на первый взгляд. Здесь весьма интересный ключ. Я вам покажу фрагмент, ну, вернее, не фрагмент, а мой органайзер. Ну, часть его, да. Вообще, в таких небольших работах я особо не делаю органайзеров. Ну, зачастую это бывает бессмысленно. Когда ты берешь один цвет, отшиваешь его по всей работе, ну или там практически по всей, потом берешь другой. Но когда речь идет о блендах, здесь немножко другая ситуация. А в данном случае тем более. Потому что, посмотрите, допустим, да, 151 цвет, он участвует в трех блендах и, конечно же, сольно. Также и 153, он тоже участвует в двух блендах и отдельно. 156, тут нет. Ну вот он в бленде, да, и отдельно, там 153 и так далее. В общем, мне кажется, что вот в конкретно данном случае вот без органайзера, по крайней мере для блендов, ну просто не обойтись. Иначе можно запутаться. Опять же, есть оттенки близкие по своему цвету. И чтобы, как говорится, не напортачить, в данном конкретном случае я вам советую сделать органайзер, ну хотя бы для блендов. Вот, это вам заметно упростит работу в этой небольшой схеме. Вышивала я на основе трефти. У меня написано 32 каунт, но у меня сложилось впечатление, что это больше 30. Потому как работа вышла больше, чем она предполагалась из расчета по той же саге, да, если для 32 каунта. То есть, в принципе, она, ну, увеличена где-то на сантиметр. Это не критично, это вполне нормально. Вот. Ну, естественно, я ее ожидала видеть чуть меньше, а она получилась у меня чуть больше. Основа, возможно, чем-то напоминает Еву. По своим качествам она вот даже после стирки осталась накрахмаленной. Здесь она мне напоминает пермин. Вот. Ну, конечно, да, у нее присутствуют такие вот прожилки, неровности. В общей гамме это смотрится хорошо, но порой, конечно, на качество крестиков это влияет, потому как они могут быть не совсем ровными. Ну, прям вот сейчас я вам не покажу, да, где они видоизменяются. Ну, если долго присматриваться, то, наверное, можно найти отличие. Вот. Ну, в общем, это не самая лучшая основа для идеальных крестиков, да, если можно так сказать. Но получается тоже вполне хорошо и симпатично. Thank you.
дамы и господа, смотрите, что ко мне пришло. Ой. Это мой станок от Дубко. Представляете, долетел благополучно и достаточно быстро. В общем, не знаю, какие у Дубко почтовые голуби. Дубковатые, наверное, но очень шустрые, очень классные. Так что доставки работают. Мир вышивки, я вас жду. Шутка, конечно. Давайте сейчас вскроем. Посмотрим на мой новый станочек. Коробку я вскрыла. Я буду снимать с руки, потому что очень все высокое. У меня нет такого высокого штатива. Мой станок Stitch Smart, который выполняет функцию штатива, он не такой высокий. Ну ладно, не будем отвлекаться. Итак, вскрываем сие чудо. Здесь у нас инструкция, да? Why? Ну это все посмотрим. И вот она. Не знаю, за что хвататься. Ага, это планки. Ого, сколько пупырки. Здорово. Да, как вы поняли, я заказала себе станок белого цвета. Потому что я очень долго думала. Я и Саше Грин советовалась. Я вообще не знала, какой выбрать цвета станок. Потому что и этот нравится, и этот, и вот этот. А как оно в жизни будет? Так, сейчас, секунду. Вытащила из коробки, потому что неудобно. Значит, тут у нас перевязана зелененькая резиночка. Там с пылу жару вам показывал процесс распаковки. Слушайте, но пупырки не пожалели. Она мне пригодится для отправки кому-то еще посылки. Ай, как неудобно с одной рукой. Вот так-то лучше. Вот он мой красавчик. Вот такие силиконовые ножки. И он белый-белый. Есть, да, вот тут какие-то такие неровности. Ну, мне кажется, белый цвет, он, конечно, в этом плане коварный. Может, не надо было брать белый цвет? Потому что кажется, что немного не хватает еще одного слоя для покраски, мне так кажется. Ну, надо смотреть, как оно в обиходе. Но так он гладенький, целенький, очень хороший. Так, это у нас дополнительные штучки. И да, я еще заказала в комплекте вот этот держатель для рам. Сам он вот это, да, для пялец хорош, а, допустим, для тех же куснапов или для небольших рам, ну, или даже больших, я видела Саша Грин, у него такая приличная была рама, она вышивала свою сову на ней и помещалась на вот эти планки. Сейчас я их тоже разберу и покажу. Собрала вот этот держатель для рам, ну, для куснапов. Пришлось вот эту верхнюю открутить. Эти шайбочки остались. И, допустим, это моя рама 25 на 30. Ну, супер. Осталось дело за малым. Протестить, как оно вышивается. То есть, да, песок надо подрегулировать высоту. Вот это все. Но я, знаете, не то, что я не рада, наверное, до меня еще не дошло. Потому что когда я увидела, что посылка пришла, ну, мне что надо было пошлинный сбор доплатить, я такая, ну, ладно, хорошо, доплатим. И как-то, наверное, пока еще, знаете, осознание не пришло, что все, теперь он у меня есть. Ну, немножко такие нюансы. Ну, и я свяжусь с поставщиком, с Дубко, что вот это вот. Ну, в общем, белый тоже хорошо смотрится, конечно. Просто на белом вот все вот эти неровности, они видны. Я же говорю, я очень долго думала, какой же мне цвет взять. А может, вот этот, а может, вот этот. И фотографии привирают. Я смотрела различные фотографии уже этих станков готовых у своих хозяек. Но
Там опять же разного качества фотографии и видео. В общем, я ломала-ломала голову и в итоге решила взять белый. Мы еще с Сашей шутили, что я его не найду на белом столе. Ну, вообще. У меня такое ощущение, что у меня день рождения. Хотя я родилась зимой, а не летом. Но это просто супер. Надо, в общем, осваивать, дружиться с этим новым другом. Все под себя подстраивать. И, конечно же, наслаждаться процессом вышивки. Вай! Оформила я чайку на подрамник. Даже нет, это не подрамник, но это то, на чем художники рисуют. У меня размер 20×20. И расположила я ее именно таким образом. Вообще, в оригинале, когда я увидела эту схему, я вам вставлю, как это было у дизайнера, мне понравилась такая идея. И примерно так же я хотела оформить, то есть чайку переместить в этот угол. Но она получилась немного больше, чем я планировала. И поэтому я решила оформить ее именно так, скажем, посерединке и внизу. Если бы был вот подобный квадрат 25×25, вполне можно было вот так поиграться. Уже, наверное, 30×30 было бы слишком много воздуха вот здесь. Ну и имеем, что имеем. В принципе, вот когда 20×20, мне нравится. Как я оформила? Я натянула на пенокартон и приклеила к самому подрамнику. Изначально я думала, знаете, вот прям натянуть на него. Но я стала сомневаться, как избежать складок и вот этого всего, как оно будет натягиваться. Все-таки вот натянуть сначала на пенокартон, а потом приклеить, да, как своего рода делается пинкип, так, конечно, попроще. Поэтому я не стала усложнять себе жизнь и оформила так. В принципе, когда она будет висеть, да, будет же виден, ну, сам, как скажем, титульный лист, титульный вид. И то, что по бокам белое, оно, в принципе, не портит эту работу. Примерно так же я планирую оформить чайку, которую вышиваю сейчас. И тоже вот таким способом, только на другой вот этот холст-подрамник. И я думаю, что вот эта часть, она будет неким образом их объединять. Ну, по крайней мере, мне так видится. В дальнейшем планируется, что оно будет вот так вот висеть на стене. Немножко, да, вот тут вот белое выглядывает. Если вот так смотреть, то нормально. Может, конечно, ее повесить выше всех, и так будет хорошо. Вот. Но для начала не мешало бы сделать ремонт. Да, я планирую ремонт на кухне, обновить стены. Надоели уже эти фиолетовые, хочется чего-то другого. И вот потом уже на новых стенах я вам покажу, как чайки будут смотреться на моей кухне. Вы можете поспорить со мной по этому поводу. Я все мнения всегда выслушиваю. Мы же все разные, да, и какие-то вещи мы видим по-разному. Но я данное оформление увидела именно так. Мне нравится. Мне нравится. Видна, да, фактура вот этой основы. В принципе, достаточно воздуха. И, как по мне, смотрится все вполне гармонично. Да, вот эта чайка, которая стоит на мелководье, она высматривает рыбку или еще что-то. Кстати, тоже один из фактов о чае, который я не знала, оказывается, они однолюбы, если можно так сказать. Они создают пару, одну на всю жизнь. Если, конечно, с партнером ничего не случается, и они также принимают участие в высиживании яиц, то есть как самец, так и самка полноправно в этом всем участвуют. Не только, да, самка все делает, а также и самец молодец. Оказывается, не только пингвины, да, полигамны. Ой, или моногамны. Сейчас я
скажу, блин, умную вещь. Прошу прощения. Не только пингвины, но и чайки, оказывается, моногамны. Это было некое такое открытие. Пылу жару делюсь первыми впечатлениями. Ну что хочу сказать? Все супер. Я очень довольна, я очень рада. Мне все нравится. Ну, просто не знаю. Я вот именно по себе так и представляла, что я буду сидеть за этим столом и вышивать на этом станке. Здесь у меня вот мой морской сэмблер, который я очень-очень давно не вышивала. И как раз... Я очень надеюсь, что вот это мое рабочее место, и в частности этот станок, поможет продвижению этого процесса, то есть, да, вот так периодически садясь и вышивать хотя бы понемножку, но уже будет виден некий прогресс, и работа будет продвигаться. По поводу вот этих моментов я списалась с Дубко, и они сказали, что, к сожалению, это торцовые волокна дерева, и они практически не убираются. Да, то есть это вопрос именно к обработке. Я, в принципе, с этим смирилась. Повторюсь, что на цветных, да, подобных станках, наверное, такие моменты не особо видны. Все-таки на белом, конечно, да, любая пылинка, любая царапинка, она будет видна. Буду, конечно, бережно, аккуратно к нему относиться. Словилась я на мысли, что, может быть, в дальнейшем я его покрашу, но не полностью. А знаете, как делают такой эффект мрамора, то есть там, берут краску и вот так вот брызгами, и получаются такие прикольные разводы, да, опять же, если впоследствии покрыть лаком, то, я думаю, будет смотреться очень симпатично. Вот, ну, пока что вот эти моменты мне не особо, как это сказать, раздражают, вот, поэтому оставлю как есть. Но я очень довольна. И я знаю, что у некоторых подобный станок тоже есть, да, в таких желаниях, пожеланиях самой себе. И, девчонки, я вам искренне желаю, чтобы мечта вот в виде этого станка или каких-то других от компании Дубко обязательно сбылась. Кстати, мне потом в Инстаграм, я же выложила пост об этом станке, и я отметила Дубко, и они впоследствии мне написали, что мне повезло, я, оказывается, везунчик, что в Норвегии вот так без проблем этот станок дошел, потому как они высылали две посылки в Германию, и их вернули, потому как эти посылки попали под какой-то санкционный код. В общем, очень печально, но я надеюсь, что как-то они найдут выход из этой ситуации. Норвегия не в ЕС, может, это как-то повлияло по поводу этих санкционных кодов в плане посылок. Но это, конечно, обидно, что даже посылки попадают под нечто подобное. Ну, буду надеяться, что всем, кому нужен этот станок, кто его заказал, оплатил и очень ждет, он... приедет и в ближайшее время. Следующий мой старт — это тоже схема с чайкой, но уже от Cottage Garden Design. Возможно, кто-то из вас уже видел эту схему. Мне она очень понравилась, и как-то, знаете, вот так сложилось.
Там понравилась схема с чайкой, здесь понравилась схема с чайкой. И, в общем, да, имеем, что имеем. На сегодняшний момент у меня отшито вот столько море. Здесь будет маяк, вот здесь столбик практически дошит, и как раз-таки на нем будет оттепись, возвышаться чайка. Здесь она таких хороших размеров, прям таких масштабных. Это тоже будут продолжаться волны. И там, по-моему, морские звезды. Ну, такое. А, еще кораблик тут будет, да. Вышиваю я на Линде 3009. Да, это вот мокка с разводами, видите. Крестики, конечно, получаются крупные, и сама работа, она будет примерно 18 на 24 сантиметра. Хотя дизайнер рекомендует вышивать на 40-м каунте или 36-м, да, и, соответственно, эта работа была бы в разы меньше, но так как у меня есть определенная идея в плане оформления, то мне как раз-таки нужна была именно эта основа. И то, что получается это достаточно крупно, не знаю, мне нравится. В этом тоже есть особый шарм. Хотя, конечно, да, примитивы, они красиво смотрятся на мелком каунте. Но, опять же, смотря какие. Конечно, когда очень большие сэмплеры, если их вышивать на той же линде, то это будет, наверное, просто какое-то гигантское полотно. Но что касательно каких-то небольших схем, здесь уже можно смотреть, что больше тебе подходит. Ну, в данном случае мне подошла именно линда. В плане отшива. Здесь, как вы видите, все очень просто, легко. Я бы даже сказала, элементарно. Вот эти волны мне понравилось очень вышивать. Особенно, знаете, если вышить... Ну, я так не делала. Но, допустим, вышить сначала белыми контуры, и потом вот эти пустоты заполнять в разы проще. Да? Вы берете один цвет и зашиваете вот эту вот волну, потом берете другой. Это очень так достаточно интересно. Ну, маяк здесь, да, такие прямоугольнички, как и в столбе одного цвета. Зато можно не смотреть схему. Взял себе ниточку и вышиваешь. Ну, конечно же, да, я заметила, что расход нити очень такой большой. То есть, вроде ты берешь достаточно длинную нить и, не знаю, через рядов 5-6, смотря каких, да, она уже заканчивается. Программа мне посчитала, что белого цвета мне понадобится чуть больше одного мотка. Все дело именно в каунте, ничего, у меня в запасах есть. Все цвета, даже докупать ничего не надо было. Так что буду продолжать вышивать. Мне очень нравится. Надеюсь, уже в следующем видео я вам покажу ее финиш. Здесь отшито где-то 30 с чем-то процентов. Грубо 1/3 работы. Вот. Очень хочу уже перейти к чайке, попробовать ее вышивать, потому что она будет гораздо интереснее идти, чем вот этот столб. И, собственно, на нем уже будут ее лапки. Но это все ждет меня впереди. Ну и давайте напоследок я вам покажу продвижение по пионам. Они у меня организованы в такую синюю шкатулочку. Смотрите, как они у меня тут прикреплены. Задела штатив. Прикреплены магнитом крышки. И тем самым пяльцы не болтаются, потому что здесь-то у меня органайзеры с иголками. Кстати, обнаружила катастрофическую нехватку 26-х иголок. Раньше казалось, что у меня предостаточное количество. Но когда ты заводишь несколько процессов, оказывается, что чего-то не хватает. Вот, собственно, мои пионы. А давайте я распялю.
Вот они. Помятые, конечно. Но если сделать на это скидку, то вот такой результат, по-моему, это уже 44, что ли, процента. Где-то так, ну, 40 с хвостиком. Вот, и, в принципе, все достаточно хорошо отшивалось, пионы, зелень, но вот дальше я что-то застопорилась совсем, то есть дальше там идут мелкие бутоны, листочки, и ну что-то вообще никак. Очень тяжко шло, я, по-моему, неделю вообще не вышивала, когда у меня был в процессах только этот набор. Я занималась чем угодно, но вот пыталась пару раз к нему возвращаться, и что-то, знаете, были такие какие-то скромные потуги, и я потом поняла, что не стоит оно того. Давай начинай, как хотела, своих чаек. А к пионам, я думаю, я вернусь, да, соскучусь, и вернусь, и все благополучно вот здесь доделаю, и уже потом пойду на эту сторону. Как раз доделаю низ, вышью вазу, и дальше опять же все как и здесь. Пионы, бутоны и листва. Пожалуй, это все, что я успела натворить в июне. Больше ничего не начинала, не заканчивала, не продвигала. А, ну немножко я наконец-то продвинула свой морской сэмплер на станке Дубко. Ну, там, честно, особо нечего показывать. Там я вышиваю пока только рыбок одинаковых. Поэтому это ни о чем, не буду тратить ваше время на те скромнейшие продвижения уж как-нибудь потом. На этом я буду с вами прощаться. Я, в частности, хочу поблагодарить всех тех, кто со мной остается, всех новых зрителей, кто подписывается, кто так или иначе находит мой канал и находит его интересным для себя. И отдельную благодарность я хочу выразить людям, которые отписываются, уходят по каким-либо своим причинам с моего канала и делают это по-английски. Вам респект. На этом я буду с вами точно уже прощаться. Спасибо большое за внимание. Увидимся в моих новых видеороликах. Всем прекрасного лета и отличного настроения. Пока!